Ежегодно ИЗО «Студия Созвездия» проводит выставку своих работ. Экспозиция традиционно располагается в зале Центральной городской библиотеки. Основной идеей в этом году стали семейные ценности. В каждую работу дети вложили частичку своей души. Поэтому работы интересны, их интересно рассматривать. В библиотеке выставка представлена в виде игровой программы, которая называется «Как Лунтик семейное счастье искал». Наш герой падает с Луны на Землю и обнаруживает, что все живые существа живут семьями. И Лунтик попадает в разные интересные ситуации и знакомится с семейными ценностями, такими как любовь, забота, взаимопонимание, ответственность, забота, дружба. Заходя в библиотеку, посетители сразу попадают в волшебный мир. Вместе с Лунтиком гости могут попутешествовать по секциям зала, где запечатлены различные семейные ценности. Мы вместе с ними не просто раскрываем секреты семейного счастья, а мы заставляем обратиться каждого к их непосредственной семье, понять, а как их семья устроена, и все ли секреты семейного счастья есть в этой семье. А в конце у нас такой идет общий вывод, что секрет семейного счастья, конечно, не только семь. Их великое множество. И каждый их может найти сам. А как им поделиться? Можно просто подойти и обнять близкого тебе человека. И вот это уже будет одной из таких удивительных составляющих семейного счастья, которое может подарить открытие вот этой выставки, которая проходит в нашем зале. Свои работы представили воспитанники студии от 7 до 17 лет. На протяжении всего учебного года они упорно трудились, чтобы лет создать выставку. Рисунки представлены в технике живопись гуашью, акварелью, а также использовали графику. Ребята постарше нарисовали свои семьи за любимым занятием, а дети помладше изобразили сказочных персонажей и животных. Одним из участников стал Федор Сенин. Он изобразил семью рысей. У нас было задание нарисовать животных. То есть ты нарисовал семью рысей? Да, я нарисовал семью рысей. Как тебе пришла идея нарисовать это именно рысей? Ну, я просто... Увидел рыси, ну, мне рыси очень нравятся, красивые животные. Я рисовал рисунок, ну, где-то там на него понадобилось занятие 4-3. На выставке есть не только рисунки, но и работы из керамики. Здесь ребята представили фигурки своих любимых героев мультфильмов. Например, воспитанница из-за студии Елена Кондратьева создала композицию «Щелкунчик и мышиный король». Вдохновившись спектаклем, по мотивам произведения решила слепить главного персонажа. Это была, наверное, моя самая первая большая работа и самая сложная, потому что я еще не знала толком, как это все делать. Мне помогала Ольга Николаевна. В сей день у меня он не стоит, он упирается. После «Щелкунчика» я загорелась этой идеей, мне понравилось лепить большие работы, прорабатывать мелкие детали, и так я создавала всю эту композицию. Познакомиться поближе с работами воспитанников студии и узнать больше о семейных ценностях можно до конца июня.